Когда я учился во втором классе, моя мама работала поваром. И у меня дома постоянно было много еды. И мама часто мне готовила горячие бутерброды на завтрак. Я очень люблю это лакомство. До сих пор, кстати. И я постоянно сам готовил эти горячие бутерброды, что-то в них новое добавлял, постоянно экспериментировал. Мне было интересно. И вот однажды я приготовил столько этих горячих различных бутербродов, что решил открыть свое маленькое игрушечное кафе. Я написал сам меню, я разложил бутербродики на красивую такую тарелочку, да, и ждал, что ко мне в гости придут мушкетеры, полакомиться этими бутербродами после очередного сражения. В тот момент я как раз смотрел это кино постоянно. Мушкетеры ко мне так и не пришли. Зато пришла мама, которая сделала мне нагоняй за то, что я развел на кухне такой бардак. Такая была история интересная у меня.